Асфальт серый, небо голубое, вода зеленая. Да-да, вы не ослышались. Прямо за нами только что покрасили реку в ярко-зеленый цвет. Потому что сегодня весь Чикаго собрался в центре города праздновать популярный ирландский праздник, День Святого Патрика. Его празднуют все. Все вышли на улицы, разукрашенные всякими праздничными атрибутами зеленого цвета. В шляпах, в шапках, в кепках, в шарфах. У всех очень праздничное настроение, много детей, много людей среднего возраста, пожилых. В общем, празднуют сегодня все, все улыбаются, поздравляют друг другу и аплодируют, когда приезжают катер, распыляющий краску. Красить реку сегодня начали в 9 утра, и мы приехали практически в самое начало, без 10:09, и все уже было забито. Сегодня все метро было забито людьми, мне кажется, столько людей в Чикаго в одном месте мы не видели никогда. Мне кажется, половина населения города сюда приехала. Вообще, этот праздник довольно крупный, поэтому сюда съезжаются не только из Чикаго, вообще из всех городов Америки, чтобы отпраздновать День Святого Патрика здесь. Праздновать начинают уже вчера вечером. Люди отмечают, чтобы сегодня в 9 утра из баров планомерно переместиться на реку. Так что людей было очень много и практически не пройти, но атмосфера очень классная.
несмотря на то, что сейчас середина марта, на улице далеко не жарко, градусов, наверное, ноль. И из-за того, что мы стоим прям недалеко от озера Мичиган, здесь еще и ветродуй, будь здоров. Поэтому мы согреваемся напитком из нашей термокружки. И, короче, давайте сделаем так. Кто угадает, что у нас там внутри, тот получит какой-нибудь классный ирландский зелененький сувенир прямо отсюда. Мы вручим его победителю, когда приедем летом домой. Вот, пишите в комментариях ваши варианты.